Педагогика без денег, конечно же, бессильна. А вот деньги без педагогики, ну, так и хочется сказать, бывают вредны. Ну, как минимум, бессмысленны. Поэтому, мне кажется, это наша задача системы. Когда мы говорим, надо увеличить финансирование, то мы сразу должны говорить, так как мы все финансирование точно сонаправили с педагогическими задачами. Я уже давно по жизни все финансирование делю на мудрое и глупое. Глупое – это когда оно скалярное. И ничего, кроме размера, объема, не обсуждается. А мудрое – это когда оно векторное. И угол стремится с вектором педагогики к нулю.